Итак, добрый день, сегодня с вами опять Энн Мэнекен и мои журналистские зарисовки. Ну что ж, уважаемые спиритчизники, воздушные тревоги ночью и днем. Пока закончились. Ну, скажу вам честно, это танцы на углях. Наша с вами жизнь в Украине, танцы на углях. Конечно, можно очень долго задавать себе вопросы, почему так случилось, к чему это все приведет, кто за этим стоит. Но можно сказать проще. Кому какая жизнь отведена, исходя из того, кто какую себе жизнь выбрал. Вот трансформация моя от экспертов Павла Дмитриева происходит. И мыслительные процессы становятся все чаще, чище, четче, жестче и лучше. И вот это мой такой ответ и видеоотчет, и ответ по поводу того, что же я думаю о жизни в Украине. Прекрасная страна, прекрасные люди, очень сильные духом. Но по некоторым вопросам, конечно, люди попали в ловушку. И выбираться из этой ловушки нужно поодиночке.